Россияне, знаете, кто этот чудесный мальчик? Это Адольф Гитлер. Это чудесная женщина, его мама. Вот пожелайте в комментариях этой женщине что-нибудь, чтобы этот чудесный мальчик не вырос. А теперь знаете, что у Ленина тоже такое есть детское чудесное фото. И у Ленина тоже была мама. Пожелайте маме Ленина что-нибудь тоже, чтобы Ленин не вырос. Наверняка есть где-нибудь чудесное фото Сталина. У него тоже была мама. Пожелайте его маме, чтобы Сталин никогда не вырос. Есть, может быть, где-нибудь такое фото маленького Путина. И у Путина тоже есть мама. Жду пожеланий матери Путина.